плане творчества. Может быть, у меня такое наивное представление, дилетантское, да, но очень часто говорят, что вот там музыка, стихи, да, когда тебе вот диктуют, да, бывает. А вот что делать, если, как терпеть, вот если вы, ну, я условно сейчас говорю, вы пришли, сели, достали там, не знаю, ручку, положили бумагу или включили компьютер, и, значит, и тишина, и ничего. Пустота. Пустота. Или вы пишете... Тишина-то это еще терпимо. Это хорошо, да, пустота. И вы понимаете, что вот это можно, как это терпеть, вот это? Ну, это надо воспринимать как неизбежное наказание. Нужно посидеть и подумать, за что мальчика наказали и поставили в угол. То есть вот это вот символическое стояние в углу, оно же вызывает так или иначе, хочешь не хочешь, ты в раздумья впадаешь. Почему и так далее. То есть человек начинает осознавать вот это состояние. Мне очень неожиданно то, что вы сказали, что это воспринимаешь как наказание. Конечно, да? Конечно. Но это первое, что нужно выработать в себе вот эту привычку, не искать, как сказать, козла отпущения. Но талант же напрямую, я понимаю, почему, вот талант же не связан напрямую. Вот вы смотрели фильм «Формана Амадей»? Да, Моцарта? Конечно. Помните, ведь там отчасти, да, вот что съедает Сальери вот в этой версии формановской? В том, что он молится, он все правильно делает, а Моцарт бегает, пьет, там, гуляет, а музыку пишет в 100 раз лучше. И он вот в этом смысле, вот это похожая логика, он говорит, я не понимаю, я же, вот меня-то за что наказываете, да? А этому за что даете? Разве это не опасно вот в этих категориях наказания? Это такая линейная связь, вы думаете, здесь? Ну, это вот, как говорят старцы, слишком много вот этих внутренних помыслов. То есть это означает, когда вот человек вот терзается вот таким образом, это означает, почему тому дали, а мне не дали. Мне не там, дали. Почему там на этом дереве апельсины растут, а на мне там, там не знаю что. На мне не растут, хотя я крыжовник. Колючки растут, да. Да. Но... каждому свой талант дан. Вот это очень важно понимать. То есть нет человека неодаренного, потому что мы все от Господа Бога получаем какой-то дар в жизни. Потому что это своего рода такой материнский капитал, который нам дает возможность потом ну, начать с чего-то развития. Вот. Поэтому вот и пример Сальери, и пример Моцарта, они там, конечно, гротескно показаны, да? Да. Потому что и то, и другое это такие, ну, если не совсем крайности, то это такие, это гротеск. Угу. Это, ну, как бы... Ну, да. Преувеличение, да. Да? Потому что, конечно, они немножко по-другому выглядели в жизни. И Моцарт не такой сумасшедший был, и Сальери не такой там, как сказать, хмурый злыдень. Вот. Проблема в том, как относился тот и другой к тому, что, так сказать, что перед ним было. Угу. Понимаете, вместо того, чтобы смотреть в свою тарелку, человек смотрел в чужую тарелку. А Моцарт вроде бы такой легкомысленный, да, то, что называется гениальный, а именно в том, что он в своей легкомысленности и гениален, что его совершенно не интересовало, что там у Сальери происходит, понимаете, в этом его спасение было.